Доброго времени суток. Обзор мотоцикла Honda NT650V DeVille 98 года с пробегом. Данный мотоцикл 53 тысячи километров. Привезен из Нидерландов, растаможен. Получен полный комплект документов, необходимых для постановки на учет. Как всегда, любую мототехнику мы можем отправить транспортными компаниями в регионы России. По Москве, Московской области можем доставить собственными силами. Стоимость доставки транспортной компании узнавайте у менеджеров компании. Отправляемые преимущества компании ПЭК. Два ключа. Высокое ветровое стекло установлено у этого мотоцикла. Переднее колесо резина 21 года. Заднее колесо 17 годом выпуска. Тормозные диски передние толщиной практически 4 мм. Минимально допустимый износ дисков передних — это 3,5 мм. Еще большой запас. Резина, как я уже сказал, 21 год. Вилка сухая. Задний тормозной диск также имеет еще большой ресурс. Так, текущее значение чуть меньше 5 мм. Минимально допустимый остаток — это 4 мм. Колодки перед... сразу не сказал процентов. Передние с остатком еще где-то процентов 65-70, задние с процентом где-то 80, еще спокойно можно сказать. У электрики все работает. По пластику какие-либо царапины, сколы, трещины отсутствуют. Также в наличии сейчас много другой техники. Есть ВФР, CBF, недорогой Фазер 600, а также ZX6. А также в ближайшее время будет еще поступление мотоциклов. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Или подписывайтесь на наш аккаунт на Авито, будете в курсе наших новых поступлений. Всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем желаем крепкого здоровья, всего наилучшего. До свидания.